все, я включила видео. Я против. Протестую. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я открываю свою новую рубрику. Называется «Хочу есть». Она нет, спонтанно пришла. «Хочу есть вкусно». Или у кого есть какие идеи, как назвать рубрику мою? Надо что-нибудь такое попробовать, смотри. «Хочу есть вкусно»? Я тебе предлагала крепсуп. Да, я тебя люблю. Такое уже есть, оно идет. Крепсуп из брокколи. Короче, сейчас у нас самый ответственный момент. Мы пришли в место гейт-парк. Нам обещали, что здесь будет очень все вкусно, но главное, что здесь очень красиво. Мне очень нравится. Я выбрала себе самый прекрасный вид. У меня фонтаны тут. Вообще очень красивые цвета. Ну, в общем, мы о том, как здесь красиво, поговорим попозже. Но нам сначала надо сделать заказ, чтобы не томить официантов долгими ожиданиями. Встретили нас хорошо. Итак, что мы будем кушать? Вначале встретили нехорошо, по-ростовски, да, но потом администратор пришел и, короче, улыбался, и другой официант вообще замечательный. Цены, в принципе, здесь небольшие, нормальные, нормальные цены. Мы на 3000 разгуляемся, в принципе. На 3000 у нас бюджет, да, ограничен? На 3000 рублей. На 2. У нас только у одного человека 2000 рублей. Короче, девочки, я сразу скажу, что я здесь брала. И это было очень вкусно. Я уже ела тут. Кстати, недавно выкладывала в Инстаграм фотографии с этой едой. Я заказывала спагетти с форелью под сливочным соусом. Так, я жую жвачку, это, наверное, некрасиво. Сори. Да, вообще в фильмах американских это круто. Это мы, не снимаешь? Мы не в Америке, мы в России, мы в Ростове. Все снимаю, да. Ты сказала лишнего? Нет. Вас, кстати, не очень хорошо будет слышно. Меня будет хорошо слышно, потому что у меня микрофон. Тебя же там петличка. Петличка. Итак, я заказывала фетучини с форелью под сливочным соусом. Сейчас я хочу попробовать. Блин, ну я буду так некрасиво есть, наверное, эти спагетти. Слушай, я обожаю спагетти. Если я хочу, я их ем. Даже перед камерой? Конечно. Такие все. Вообще, да. Это я недавно смотрела сериал, девчонки, короче, он называется «Мои восточные ночи» или «Сказки», он по-домашнему как-то шел. И там один из, третья или четвертая серия, когда в Паранже женщины, они, короче, заказали все спагетти, вот так они поднимали, одна ела вот так вот, ну это было очень смешно. Ладно, я возьму рыбные котлеты с картофельным пюре и десерт, надо попробовать обязательно десерт, это нереально красивое тут. Анна Павлова. Смотри, какой красиво. Анна Павлова. Вот я его возьму. И еще я возьму кофе. Я хочу попробовать здесь кофе. Все, определились, кто что будет. Ждем официанта. Это оно? Делаем заказ. О, я придумала что-то новое. А давайте теплый салат из морепродуктов и шпината. Что-то здесь такая жирная креветка, она мне прям нравится. Это же он? Они вот такие маленькие или, ну, королевские? Вот такие где-то. Королевские, давайте. А потом кофе. Вот какой-нибудь вкусненький кофе с какими-нибудь наполнителями или фирменный ваш какой-нибудь есть? Вот какой-нибудь, чтобы я прям попробовала его и к вам всегда приходила за ним. Давайте дынные глиссе. Это что-то новое у вас. И тогда еще мне десертик. Анна Павлова. Большую, маленькую. Маленькую. И попробовать мне маленькой хватит. Сейчас скажу, что почем то, что я заказала. Значит, я заказала теплый салат, нету цены здесь, поэтому я вам не скажу, сколько стоит. Десерт Анна Павлова мини, 230 рублей. Выглядит он вот так. Вот, я заказала дынное глиссе, потому что я люблю дыню. Глиссе это вроде с мороженым что-то, мне понравилось. Стоит 210 рублей, это что-то новое. Картинки я не вижу. Вижу. Вот, а тепленький салат я цены не нашла. Вообще здесь очень красиво. Девчонки, расскажите, как тут красиво? Вам нравится? Да. Вас не видно, вас только слышно. Ну, вам вид нравится? Да. Вам хорошо, вы на фонтан смотрите, а я фонтан показываю своим подписчикам. Красиво. Красивый фонтан. Ладно, ждем, что нам принесут. Я уже, девчонки, расфоткались, вообще фотосессия в полном разгаре. Ладно, ждем, я безумно умираю. Хочу есть. Я нахожусь здесь не одна, здесь со мной мои подружки. Но они не хотят показываться. У меня, кстати, с этим связан вопрос. Почему они не показываются? Итак, первый вопрос к Виктории. Виктория, почему ты вот не показываешься? Вот вы так сели там за кадром, а может быть кто-то хочет увидеть, с кем я сижу. Весь мир. Подойди. Я не хочу. Почему? Потому что мне здесь удобно сидеть. Ну, ты боишься как-то, что тебя здесь увидят?
Удобный диван? А если я повернусь сейчас камеру на тебя? Ты стесняешься, что кто-то что-то увидит и подумает про тебя плохое? Да. Что, а что подумает? Не, нет, я тебе не буду показывать, ты просто скажи, что ты думаешь. Мне просто интересно, почему вот люди, например, они ну, не показываются. Я вот такая тарахчу, показываюсь я там со всех сторон. А кто-то реально вот боится. Ты нервничаешь, да, когда... Да. А вот еще со мной одна подружка, Афродита ее зовут. Это была Викторина, а вот Афродита еще. Они скрывают еще свои имена, как бы, ну, дабы никто не понял, кто со мной. Но, ну, я... ладно. Не... Кристина, ты опять сказала, что я Надя? Ладно, Кристина, Афродита. Все на WhatsApp, да, поставим? Кристина, Афродита, можно мы поставим? Только давай вопрос, почему ты не показываешься в кадре? Такая получается? Крис, можно это... вообще-то сейчас тебя там весь народ слушает. Вообще-то я очень хочу. Надя просто сказала, что мы молчали. Нет, я не говорила, она врет. Ну что, я показываю тогда? Или ты идешь ко мне? Мы вместе. Они идут ко мне, смотрите, смотрите. Вот мои девочки, с которыми мы сегодня кушаем. Камера полетела. Ну, ты как бы всем сейчас показываешь, да, прическу. Вот, смотрите, какие красавицы. Да, вот мы сегодня все вместе кушаем. Ну, это непонятные люди, они всегда проходят мимо и пугают, но неважно. Все, девочки мои, спасибо вам большое. Девочки, только я надеюсь, что вы потом мне не скажете, ой, у меня там плохая прическа, я там плохо говорю, вырежи меня. Я вас покажу, пусть все знают, с кем я хожу. Но я не только с ними хожу, но еще я хожу иногда одна. Ладно, мы все ждем. Итак, нам принесли... Ты что, первая будешь пробовать? Подожди, подожди, дай я. Кофе принесли. Смотрите, какой он красивый. А, пахнет. Сейчас я попробую. Он вкусный, но он холодный. Немножечко. Хотелось бы чуть, чтобы он был потеплее. Видимо, он там стоял где-то. Может быть, там было уже мороженое, и оно растворилось, поэтому он стал холодным. Может быть, он такой должен быть, но когда я дома делаю все глиссе, у меня горячий кофе и сверху холодное мороженое. И вот этот контраст очень вкусный. Поэтому просто как кофейный напиток, теплый. Вот, сверху это что-то сухое, непонятно что. На дыню не похоже. Дыню не чувствую. И вот еще Виктории принесли брауни. Выглядит очень вкусно. Я думаю, он вкусный, но мы его попробуем потом. Да, Виктор? Да. Да, тебе тоже скоро принесут попить. Ждем дальше. Итак, нам принесли еще заказ Виктории. Это у нас спагетти было с морепродуктами, да? Сейчас Виктория попробует и скажет, что она об этом думает. Я давай, чувствую... Виктория. Выглядит очень аппетитно. Сейчас, да. Сейчас покажу, сейчас она ложку попробует. Очень вкусно, да? Можно я покажу нашим подписчикам? Вот так это выглядит блюдо. Вот, и, в общем, мне принесли только кофе, Виктории принесли уже еду, принесли и брауни, а я все жду свою еду. А я голоднее всех была. Черт. Ну вот, мои дорогие друзья, принесли мне мой тепленький салат, и его так мало, но он красивый. Оформление, конечно, здесь супер. Сейчас я буду пробовать. Я же была голоднее всех. Так, что у нас здесь? Листики. Что это за листики? Это шпинат, похоже. Соус вкусный. Помидорка. Кальмары. Вот, кстати, кальмары жуются плохо обычно. Сейчас я попробую. Даже помидоры есть. Эти кальмары жуются хорошо. Креветки здесь раз, два, две штуки. В общем, салат вкусный. Или я голодная, как всегда. В общем, я его весь заточу с большим удовольствием. Итак, дорогие друзья, мы все съели. Пожалуйста, посмотрите, пустые тарелки. Мы никуда это не выкинули. Вот и Виктория тоже все съела до последней капельки. Салатик был вкусный, мне понравился. Он легкий, самое что классное. И достаточно сытный, как бы, да. Сейчас я к десерту. Я вообще, на самом деле, не люблю заказывать первое-второе. Не, я люблю заказывать первое-второе, но просто смысл. Я оттуда чуть-чуть поем, оттуда, поэтому
лучше заказать один салатик или спагетти, объесться, и еще места хватит на десертик. Итак, Виктория приступает к брауни, но, наверное, чуть-чуть попозже. Ну да. Я скажу вам об этом. А я жду свой десертик. Нет, это не он. А, кстати, попрошу сейчас подогреть мне кофе. А то я люблю горячий кофе. Молодой человек, будьте добры, подогрейте мне. Я очень люблю горячий кофе. Ну, чтобы горячий был. Мне принесли мой десертик. Он, короче, такой, не мягкий. Не, но он чувствуется свеженький. Очень вкусненький, я думаю, сейчас попробую. Мне подогрели мой кофе, так как я люблю горячий кофе, теперь он классный. Виктория, ты будешь пробовать свой брауни? Я думаю, что я свой десерт должна пробовать вот так. Да. Это он. Нереально свежий, вкусный. Кстати, я, по-моему, когда сюда зашла только, они мне сказали, что у них своя кондитерская. И у них готовят где-то сами они, да. Что, безе или что это? Я думаю, да, что это безе, хрустящее такое. Внутри что-то там еще, сверху очень свеженькие штучки, не мороженые, ничего. Я хочу понять, что внутри. По-моему, это мороженое. Короче, нереально вкусно. Брауни тоже офигенские. Угу. А дай попробую. Хочешь у меня попробуй? Ну, я знаю, брауни вкусные. Так, все, значит, вкусно у нас. Мы уже считаемся и бежим. Что можно сказать? Десерты офигенские вкусные. Я сюда еще приду за десертом. Кофе, в принципе, вкусный. Виктория сейчас попробует бабл-гум. Вкусный? Дай попробуй тебе бабл-гум. Клево с друзьями вот так вот ходить. Он тоже, кстати, теплый. Он вообще холодный напиток. Полухолодный. Он как бы теплый внизу, а сверху холодный. Ну, сверху, да. В общем, что-то в этом есть. Кофе неплохой, но я пробовала на самом деле и больше. Ну, знаете, Москва большой город, там и не такое напробуется. Если сравнивать пока то, что в Ростове, пила я кофе лучше, скажу честно. Но здесь неплохой. Но это не кофе, да, кофейный напиток со всякими штуками, но я точно так же, да, ну, пробовала лучше, правда. Вот. Так, любимый звонит, любимый – это святое. Что касается первого, значит, у нас офигенская здесь итальянская вот это вот спагетти, то, что я уже брала, и Виктория взяла, очень вкусно, реально очень вкусно. И салатик у меня, да, был хороший, легкий салатик, как раз так перекусить, если где-то вы бежите. И полезненький, я думаю. Так что ставлю я 4 с плюсом, почти 5. Почему кофе, на самом деле? Я вот просто хотела очень кофе, но это все на мой вкус индивидуально, потому что если для кого-то, например, там более холодные напитки, а у меня раз, и уже впечатление чуть-чуть испорчено, да? То, что карту здесь нельзя получить, тоже мне это не нравится. Нет, не то, что нельзя, завуалировано все. Завуалировано? Я вам приглашу администратора. Да, ну, в общем, мы не хотим беспокоить администраторов. В общем, если что, я буду в горизонте, я обязательно приду сюда. Это был гейт-парк. Я буду ходить по разным кафешкам, пробовать всякую еду, одна или с друзьями. Так что, если вы хотите знать о прикольных или неприкольных местах, подписывайтесь на канал. А с вами была Селена Свей. Пока-пока. И вот еще что хотела сказать вам, мои дорогие. Посмотрите, у меня совсем не стерлись губы. Я просто смотрю сейчас в свою пудреницу, и мне даже не нужно подкрашивать. А я столько всего съела и выпила. И я хочу сказать, что у меня за помада. Я сразу подумала, какая классная у меня помада. Надо об этом сказать. Givenchy, номер 103. Офигенский подход для блондинок. Во. Я ее случайно купила, и на самом деле даже часто бывает, что... Мне это говорят, что у тебя за помада, ты такая вся сочная зашла, девчонки. Ну, я сразу говорю, Givenchy, туды-сюды. Вот, ну все. Я с тобой стою.